Приветствую вас. Вариантов у вас по большому счету два. Первый вариант — это вступить с ней в борьбу, просто в борьбу, то есть, ну, пытаться сделать так, чтобы она вас не очернила, бороться с ней. Вот, значит, сопротивляться, может быть, всем ее каким-то казусам и так далее, вот. Это вот первый такой момент. Здесь вы, конечно, вступаете в поле деятельности вашей соперницы. Кстати говоря, откуда вообще соперница взялась? То есть, не кажется ли вам слишком детским, что ли, этот вот соперницы, игры, клевета? Но это деталь. В любом случае, у вас есть выбор, либо вы пытаетесь с ней бороться, да, то есть доказывайте всем, что вы не такая, доказывайте молодому человеку, что вы не такая, постоянно боретесь за свой имидж, вот, по сути дела, рискуя проиграть. Ну, то есть, вставая на путь постоянного оправдывания, постоянной защиты, вот. Либо у вас есть еще один путь, который более такой взрослый, более зрелый, и самое главное, скорее всего, к нему не готовы ни соперница, ни, скорее всего, ваш мужчина.